Добрый вечер, Ирина Шевельте. Да. Я вчера вам подходила, спасибо за ваши ответы, но всю ночь как-то мучил один вопрос, мы с вами ответили на него. Напомните, у нас о чем был разговор с вами? У нас был разговор о том, что это предложение было в нашей. Все, не надо, я сейчас буду говорить о вас сам на лекции. Я буду, ну, ваша тема очень важна, и мы будем говорить об этом сейчас, правильно? Я просто хотела узнать, у меня призвание такое в этой жизни? Нет, нет. Я хочу, чтобы выйти замуж, честно. Нет, у вас все будет хорошо. Я вам все объясню, и вы все поймете. Спасибо. Я помолился, все понял. После утром сегодня я помолился, вас вспомнил, все понял. Что делать теперь знаю. А вот женщина поднимала, я как бы хотел, чтобы она со мной поговорила. Спасибо. Это 3 года назад, у меня был свой человек, у меня был развод, и я смотрела вот ваш семинар, и видела какие-то такие вопросы, и вы конкретно разбирались в ситуации с вашего. И я так подумала, боже, как мы пережили, что это значит? Вы вместе сейчас или раздельно? Вы по судьбе уже вот скоро можете встретить человека. Вам надо только поменьше дома сидеть, побольше как-то где-то быть, чтобы, ну, чтобы встретить. Он же с неба вот так раз не спускается, не сваливается человек. Но проблема в том, что, понимаете, есть 3 слоя жизни. Есть слой невежественной жизни, там семьи не создаются, там люди на почве секса только сходятся, они просто для того, чтобы понаслаждаться друг другом и выбросить. В слой страстной жизни люди сходятся, но у них очень трудно происходит процесс сближения. И может он и не закончится, то есть это гражданский брак, пожили, разошлись. Вы сейчас в этом слое находитесь. Но надо переходить в общность верующих людей. Ну, то есть, благостные люди, совестливые или верующие, у тех, у кого есть какая-то вера в жизни, они находят совестливых людей, понимаете? Ведь по судьбе, как бы, если мужчина положен, он придет. Он вам положен, он придет. Вопрос, кто, понимаете? Чтобы опять то же самое повторить, что было. Так для этого нужно самой развиваться духовно, нужно поменять общность, поменять среду, в которой вы живете, понимаете? Нужно, чтобы более совестные люди вас окружали. Нужно найти веру свою, и верующие люди, они имеют совесть. Там будет другое общение, духовное общение. В этом общении появится человек, который будет по-доброму к вам относиться. Ну, значит, вы все, ну, бизнесы — это не то место, где люди сближаются. Я говорю о интересах духовных, а не производственных. Как раз и есть страсть, деятельность. Когда человек весь деятельности погружен, он вряд ли может соотношение в любви строить с кем-то.
Нужно понимать, любовь просыпается, когда люди духовной практикой вместе занимаются. Вот на таких лекциях, понимаете, вот не знаю, как вчера пообщались девушка с парнем. Ну вот такие вот встречи, они Богом желанные на самом деле, они больше дают пользы, чем... А сколько вы находитесь? Я очень мало. Сколько? Ну, наверное, 20 минут, да? 20 минут нужно для того, чтобы просто улучшить настроение. Даже это для дня не поможет. Это просто вот лучше стало чуть-чуть и все. Это значит, вам столько счастья нужно в жизни. Вы, значит, не добиваетесь счастья, вы не желаете счастья. А вы еще надо говорить про голос, а это голос любого возвышенного человека, который вам нравится, как он вот практикует духовную жизнь. Это из вашей веры должно быть. Какая у вас вера? Можно его записать, как он молится, и с ним вместе практиковать. Вот, видите, вы сами поняли, что за голос. Наставник – самый лучший вариант. То есть вы запись его сделали, начните молитву, опирайтесь на его звук, и через его звук придет его сила души. Да, да, да. Угу. Вы поняли, куда идти или нет из моего ответа? Не, погодите, молитву понятно. А вот общение такое духовное больше общение, потому что в нем люди чище открываются, лучше как бы относятся друг к другу, лучше отношения, понимаете? А? Можно я запитание помолюсь? Как? Вопрос о молитве. Вчера, когда мужчина сказал, что он выбирает христианскую молитву, звучала молитва Богородицы, а вы говорили, я желаю тебе счастья. Ну, дайте ей микрофончик. Понимаете, я желаю всем счастья, это не молитва. Это просто настрой, который, ну, имеет природу бескорыстную. А так как здесь разная аудитория, здесь не только христиане, а если, может быть, христиане разных традиций, поэтому мы здесь не произносим молитвы, чтобы, ну, есть разные уровни образования. Например, есть просто материальное образование. Это школы, там институты, там какие-то... математику, физику изучают. Есть нравственное образование, которое сейчас мало кто проводит. Я этим занимаюсь. А есть духовное образование. Духовное образование проводится внутри одной традиции духовной какой-то. Нравственное образование, оно между традициями. Поэтому в нравственном образовании выбирается, ну, что-то нейтральное. То есть, например, вот это «я желаю всем счастья» — это древняя такая формула, фраза. Она звучит и на санскрите. Тоже. Она дает человеку силу побеждать судьбу тоже. Это как настрой такой. Ну, это что-то между молитвами и словами. Настрой. Но так как звучала молитва при этом, то мы к ней были причастны. Вот так вот. Добрый вечер, всего очереди. Нет никакой очереди. Я хотела спросить именно, как сказать, вообще, а конкретно, как молодец. Я воспитана христианской традицией. И когда, ну, я молюсь, ну, звучит молитва, там молится, ну, как сказать, ну, то есть звучит запись молитвы. Я к ней подключаюсь, сразу повторяю слова, а потом как бы ловлю вот эту вибрацию и растворяюсь в молитве. Слово «растворяюсь» означает, что вы нашли счастье там просто, и все. Понимаете, если вы растворяетесь, значит, вам особо ничего и не нужно. Потому что человек должен опереться на этот звук, ну, можно сказать, даже раствориться. А потом он должен дальше служить святыне. Он не должен останавливаться просто на том, что он получил. Он должен отдавать, учиться. Я это понимаю. Вот вчера, когда была христианская молитва и ваш голос,
Да? Я попыталась, ну, так сказать, как обычно, войти в христианскую молитву. И, ну, вот ваш голос и молитва, они звучали разные, ну, резонансные частоте. И я, собственно, металась, не понимала... Она, они звучали одинаково в настроении, в разно соединяются с разными структурами психики человека. Когда я просто от себя повторяю, я соединяюсь с эгоизмом. Когда я повторяю с эмоциями, я соединяюсь с умом. А когда я повторяю вот так вот с верой, соединяюсь с разумом, а именно разум меняет судьбу. Там находится сила, меняющая судьбу человека. Там находится сила, дающая озарение, знание человеку в сердце. Надо это делать вот так вот. Причем у женщин и мужчин разные настроения. Когда мужчина соединяется со звуком старших, он просит силы победить. Когда женщина соединяется, она настроена на то, чтобы тот, кто поет, или тот, кому он кланяется, она кланяется, он должен сам победить. Женщина настроена на то, она решительно настроена, но она знает, что побеждать будет тот, кому она поклоняется, потому что у нее психика не соткана самой побеждать, она соткана получать милость у женщины. Если женщина пытается сама побеждать, то она спотыкается, она не может туда двигаться, потому что ее психическая природа, она по-другому работает совсем. Она, ну, очень легко дает милость сама и легко ее получает. А мужчина должен все своими силами, он должен доказать, что он знает, ну, старшим, и он должен сам победить, но с помощью звука, ну, святого человека, возвышенного человека. Понимаете? Здорово. Я рад, что вы как бы поняли все. Ну, это для вас может быть как информация к размышлению. Потому что если у вас есть наставник, он, может быть, вам еще и больше скажет, что надо делать, чем я. Ваш вопрос. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Меня зовут Леда. И... Как? Леда. Леда. Да. Я не знаю, хотели бы ответить на мой вопрос или нет, но я хотела бы вас очень поблагодарить. Спасибо. Можно подключить? Я вчера весь вечер смотрела на ваши розы, очень хотела такое. Спасибо. Бог знает желание каждого. А если кто-то сильно хочет ему что-то делать, то желание угадывается. Так вот, моя благодарность... Можно я вам скажу сначала, до того, как вы начали что-то говорить? У вас есть внутри такая вещь, как сомнение в том, что вы будете поняты и услышаны. Именно поэтому, когда человек в таком настроении поднимает руку, то его не замечают. Возможно, да. А теперь говорите без сомнений. Без сомнений. Во-первых, спасибо за знания и за мудрость. Они меня спасли, потому что с вашими лекциями я познакомилась, будучи беременной. Я вынесла и родила замечательного человека, который сделал мою жизнь. Просто сделал мою жизнь. Его зовут Кирилл, ему 7,5 лет. И так получилось, что я не живу с его папой. Папа ушел. Вот, в принципе, не ушел совсем, он где-то там существует. Он существует в моем сердце, он существует в нашем ребенке. Я так понимаю, но он женат сейчас или нет? Нет, он не женат, у него больше нет детей. И вот недавно он начал с нами общаться, но ему старается держать дистанцию. Вы знаете почему? Я думаю, что он заботится о нас. Нет, держит дистанцию, потому что он боится ваших эмоций. Вы очень сильно как бы травмировали его эмоциями. Потому что когда человек хочет сильно любви от другого человека, а женщина это хочет с помощью эмоций, то есть она эмоционально пытается доказать, что ей нужна любовь.
И когда человек доказывает, что ему нужна любовь, он ранит другого человека. Ну вот как парень, молодой человек вчера доказывал, что ему нужна любовь, он ранил девушку, она уже замучилась от этого. Но этот парень, который является отцом вашего сына, он, знаете, он даже любит вас. Любит вас. Но он как бы боится вас. Боится вас и вашей безудержности в отношении с ним. Нет деликатности, понимаете? Есть очень сильное желание своих чувств, своих желаний, сильное желание своих желаний. И оно для мужчины очень болезненно может быть. Нет деликатности. Вот об этой деликатности мы, наверное, сегодня и будем говорить, раз эта тема актуальная. А также я хотел бы продолжить разговор для тех юноши и девушки, которые пришли на мои лекции, и они так не сильно доверяют, что они открыли сердца при всех и начали выяснять отношения друг с другом. Я очень так чувствую ответственность перед их судьбой. Я не знаю, они пришли сегодня или нет, но так или иначе я буду об этом говорить. И плюс о вас, потому что вы еще не потеряли человека. И если вы просто начнете по-доброму себя вести по отношению к нему, потому что сейчас вы находитесь в состоянии упрямства. Понимаете? У меня к вам вопрос. Как вы думаете, если вы будете упрямиться, кто победит, вы или Бог? Никто не победит. Упрямиться неправильно. Победит Бог, потому что упрямиться означает сопротивляться Богу. Вы сейчас этому человеку хотите что-то доказать, понимаете? А доказывать ему ничего не надо, потому что он виноват настолько же, насколько и вы виноват. Я думаю об этом последние 4 месяца и пересматриваю все, что я сделала. И мы говорили с ним несколько раз, встречались и просто говорили. Не надо говорить с ним, надо просто сделать то, что обычно женщина не может сделать с чужим человеком. Но у вас не хватает знания просто. Вы не знаете, что Бог соединяет людей и держит вместе. Он вас сейчас держит вместе, а это означает, что вы имеете право на этого человека. Вам надо просто начать с ним вести себя, как со своим мужем. Вам надо по-доброму улыбаться ему, как бы заботиться о нем. Его сердце начнет таять потихоньку. Дело в том, что я замужем. Я уже 5 лет замужем, и вопрос, собственно... Тогда зачем нужны эти отношения? Тогда? Я не строю с ним отношений, как муж с женой. Я просто понимаю, что у нас есть ребенок, и он нужен этому ребенку. Да, больше, чем мне. Я готова со своими желаниями, эмоциями идти в сторону. Я хочу, чтобы он общался со своим ребенком, потому что... мой муж не может заменить его, как отец. Вот. И в этой ситуации вот так вот. Но это не конец истории. Я вышла замуж, собственно, на самом низшем, обычном бытовом уровне просто вышла. Ничего страшного, в этом нет проблем. Да, 4 года мы прожили вместе, достаточно были счастливы, и нам легко все давалось. 2 года назад у нас в семье начались изменения, мы были вынуждены переехать из Крыма в Киев. Понятно. И здесь первое время все было удачно, но за последние 2 года изменения вот какого рода. А мой муж признался мне, что у него есть ребенок, о котором он мне не говорил, а что он за 2 года до моего ребенка. У них одинаковые имена Кирилл и Кирилл, 2 года разницы. Этот ребенок живет со своей мамой в Лос-Анджелесе, они переехали. И глядя на меня, слыша все, что я говорю ему, пытаюсь объяснить, и все, что я чувствую и переживаю, он сказал, что, ты знаешь, я, наверное, был не прав. Я должен тоже что-то дать своему ребенку. Я сказала, окей, я тебя во всем поддержу, давай, ты все равно отец и должен хотя бы попробовать. В результате оказалось, что там тоже девочка замужем, но
Точно так же отец не стал отцом для ребенка, и тот мальчик Кирилл знал, что у него есть папа. И последний во всем этой капле было то, что у девочки опухоль в мозгу. И она сказала, что еще год назад она, возможно, не дала бы ему шанса общаться с ребенком, но сейчас она хочет, чтобы они тоже общались. И с этого момента все в жизни начало сдвигаться, муж начал терять зарплату на работе и всячески его подталкивает к тому, что сейчас стоит вопрос о том, чтобы он поехал работать. Куда? В Штаты. Вот, оформлять какие-то бумаги, официально признавать ребенка. И в этой ситуации я, с одной стороны, чувствую, что все правильно. И, возможно, эти 5 лет я жила с ним для того, чтобы он понял, и для того, чтобы он осознал, что он может дать что-то ребенку, что он может стать отцом не только для там, моего сына, что у него есть свой сын, о котором он должен заботиться. У меня к вам вопрос. Да. Вы бросили этого молодого человека? Которого? Которого сейчас у вас сын? Нет, я не бросала его, он ушел. Вы не боитесь, что вот этот человек вас бросит, когда уедет в Америку? Я не боюсь. Я допускаю, что, возможно, это может быть. Он не бросит. И если честно, когда я в первый раз увидела в скайпе вот девочку, которая... Он не бросит, но он и не вернется. Вопрос о том, что я поехала за ним. Вот так стоит. Ну а зачем так жить, если вы не хотите жить с человеком? Я не знаю, но когда я смотрю скайп, я понимаю, что это его семья, она его семья, и этот ребенок тоже. То есть такое впечатление, что я какое-то время просто помогала ему чего-то дойти. Я не чувствую себя женой за мужем. Я рядом, я что-то показываю, что чему-то он меня учит, но я не чувствую себя за мужем. У меня в голове все равно всегда только один человек. И тут уже, ну, я не знаю, что с этим делать. Для вас всяческих перебирала варианты. Ну, хорошо, вы все правильно думаете. Я ничего не могу сделать с этим. Пускай будет так, как будет. Но вы не должны решать, что будет. Вы просто должны сейчас заботиться о том, кто рядом с вами, раз Бог дал вам этого человека. Если он захочет уехать, он уедет. Не захочет, останется, вы будете жить с ним. Да. Не я думаю, а да. Да. Потому что если вы его бросите, то дальше пойдет опять замкнутый круг. Вы останетесь одна в конечном счете. Надо остановиться в какой-то момент. Я не брошу. Надо бросать, он сам решит, как ему надо жить. Забудьтесь, любите, поддерживайте того человека, от которого у вас ребенок, но не помышляйте уйти к нему. Я не думаю, что это... Мне не кажется возможным с ним строить совместную жизнь, какую-то семью, он совершенно не такой, не для этого. Не надо рассмышлять, просто живите, и то, что Бог вам дает, то и имейте. Сейчас ваша судьба пока еще не закончена, в том плане, что в ней много неизвестных, как вы правильно говорите. Это нужно для молитвы, для духовной жизни. Сделайте так, чтобы было все известно. С помощью молитвы откройте свою судьбу, поймите ее. Я вижу, что вам надо просто служить своему мужу и давать возможность тому человеку общаться с ребенком. И вам надо взять с него обещание, что он, поехав в Америку, не бросит вас и вернется назад. А выполнит он это обещание или нет, это его дело. Наверное, будем лекцию сейчас, у нас лекция будет. Потому что вчера многие недовольны были мной.
Нет, нельзя. Понимаете, вы хотите лекцию превратить в эмоциональное такое шоу, телешоу эмоциональное, понимаете? Но нужно знание также во время лекции. То есть нужно какие-то фундаментальные вещи. Люди часто отрывками что-то воспринимают, им тяжело.